В Гомеле чествовали воспитанниц областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике Кристину Концевенко и Алину Лучшеву. Девушки успешно выступили на третьих юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Алина Лучшева – обладательница юношеского рекорда в Беларуси в беге на 400 метров. На своей коронной дистанции она выступала и в столице Аргентины. В финальном забеге гомельчанка финишировала на 6-м месте. Я не ожидала от себя такого результата. Я думала, ну так, в десятке буду. Кристина Концевенко также лидер сезона и обладатель рекорда в своей дисциплине – прыжках с шестом. Обладательница бронзы первенств Европы и мира 2018 года и на Олимпиаде поднялась на третью ступень пьедестала. Близко подобраться к лучшему результату сезона гомельчанке не удалось. Помешала погода. В первый соревновательный день пришлось прыгать под проливным дождем. Однако показанных по сумме двух этапов сантиметров хватило для бронзы. Первым днем я недовольна вообще. Но я, мне кажется, старалась. Прыгать под дождем – это очень сложно. Я потом, после первого дня я переживала, но я собралась на второй день. Я знала, что меня верят, что меня, за меня переживают. Я довольна этим результатом, который я прыгнула. Я очень довольна медалью, так как я не ожидала, что я ее возьму. Я очень счастлива. Свою заслуженную порцию поздравлений от руководства Управления физической культуры, спорта и туризма облисполкома, областной федерации легкой атлетики, а также коллег получили и тренеры спортсменок Анатолий Марченков, Татьяна Смеян и Павел Мастич.